Дождь пошел. Сегодня суббота, на парк Сладцев переночевали. Неплохо. В общем так, дождь у нас, наверное, будет частый гость. Ну ладно, поживем увидим. До следующего парк Сладцев. Да-ди-да-ди-да, ди-да-ди-да-ди-да-да. И
Эх, как красиво! Все, концерт окончен. Много шашлык. Молоденький шашлык. Марин, я тебе зонтик приготовил, идем. Куда встать, нету зонтика. Джентльмен. Пошлите, к осёлю пойдем. К осёлю. Осёль. Живого не видели, хоть такого красавец. Ага. Можно встретить, наверное, лосей. Мы одного уже встретили, да? Я думала, бабочки это. А это не бабочки. Это рога. Покрашенные почему-то. Останавливались на парк-плаце, перекусили, дождя не было, а теперь опять пришел. Все, все условия. Ну да. Думали, не гадали, ехали в Норвегию, а попали в Корею. Бернсен. Сегодня праздник, между прочим. Какой? Поздравляйте меня все. Катя, подвинься, Марина тоже все. Погоди. С чем? Военно-морского флота. Да, меня он тут все поздравляет, я думаю, я забыл даже. Сам первая забыл. Племянница. Ну, давай поздравляю. Первая племянница сейчас Гришу поздравила. Поздравляем, это, у меня рука занята. Так еще. А подарок где? Немножко. Ты какой подарок? Иди в речку скупайся, скажи.
Юра впереди. Мы за ним. Сегодня еще не завтракали, встали, едем на другой парк-плац. Приближаемся уже к Нордкап. Еще немножко, 1500 километров, ну, приближаемся. В Норд заехали, короче, получается. Заехали сюда, сейчас позавтракаем. Андрей сейчас... Смотри, здесь даже спать можно было, видишь? Ага. Ну и бывайся. Поехали. Позавтракали здесь. И поехали на Норден. То есть север. Север Норвегии. Пересекли границу севера Норвегии. Скоро будет уже поля Крайсна. Норвег 600, а было 900. Ага. Туман как будто.